Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Зов Ктулху. В последний раз мы остановились на том, что убежали от какой-то неведомой хрени, похожей на огромный кусок говна, которая гналась за нами по пятам, и в итоге мы кое-как от нее сбежали наверх. Но в итоге Гувер направляет нас обратно вниз, чтобы найти какой-то, по-моему, чемодан Марша, я не знаю. И, судя по всему, мне нужно в шахту лифта, который как раз тут и находится. Так, ну и давайте. Так, небольшой глюк, и мы выбираемся-таки в шахту лифта. В принципе, глюк достаточно привычный, потому что мы уже привыкли к этому делу. Просто потому, что игра дубовая, и что мне делать сейчас, я, честно говоря, не особо представляю. Если бы еще зрение у тебя получше было, братюнь. Ну, видимо, надо прыгнуть на этот трос. Как в каком-нибудь Tomb Raider. И на нем спускаться вниз. Запалы уже заряжены. До взрыва осталось 20 минут. Вперед! Ну, к глюкам я привык, потому что игра, собственно, сама по себе один большой глюк. Что очень прискорбно, но да ладно. Так, давайте посмотрим наверх, чтобы он маленько пришел в себя. А то наш бояка сейчас точно сойдет с ума. Так, вообще, конечно, это хреновые новости, то что... Так, ну-ка прыгнем. Не хочет прыгать. Хреновые новости, то что они направляют нас в шахту, при этом извещая еще о том, что взрыв будет в течение 20 минут. Я, честно говоря, не пошел бы. Так, и что у нас тут? Куча гадости. Мне точно сюда? Ну, выбора вроде как не остается. Так, ну ладно, слава богу, спустились мы. Оп-оп, тихо-тихо-тихо. А нам, видимо, вот сюда и надо. Блин, да что ж ты падаешь так? Что у нас там со здоровьем? Ох, весь какой изодранный ты, елки-палки. Когда ж ты успел-то так? Давайте подлечимся. Так, ну и сейчас, зная, что тут у нас обитает эта здоровая хреновина, не самая дружелюбная, идти сюда мне не особо хочется, честно говоря. Ну да, выбора у нас нет. Если мы не пойдем, то, видимо, нас просто пристрелит этот поганый федерал. Так, секунду три, я не могу двигаться, это уже привычно при попадании на новую локацию. Надеюсь, дальше по игре не будет мест, где в течение 3 секунд надо будет убежать куда-нибудь, потому что я просто буду беспомощно стоять. Так, открывание люка. Там у нас, видимо, люк. И мы лезем наверх. Да, тут все плохо. Это секретное золотохранилище. Похоже, именно здесь Марши складировали свои богатства. Обалдеть. Сколько золота. Только что-то оно странного цвета, как будто белесого. Ну да ладно. Тут мы, видимо, не пройдем ни в коем случае. Что у нас там по патронам-то вообще? Патронов не сказать, что много. Поэтому будем беречь. Будем беречь. А, скотина, ух, прибил бы тебя, а. Так, ну что, я пока не вижу выхода. Но я, конечно, еще далеко не все обошел. Возможно, нам бы эту дверь. Дверной механизм слишком сильно поврежден. Нет, отнюдь не сюда. Так, но остается одна только сторона. Да ты запаришь уже, блин, ну что с тобой делать? Вроде чисто. Это хорошо.
Так, ну лезем наверх. Тут пока что никаких чемоданов я не вижу. И тишина. Я надеюсь, здесь не будет никаких последователей Дагана. Дагона. Дагана. Или как его там. Потому что, по идее, чудовище, оно должно уже было все сожрать на своем пути. Так, спуск вниз и дорога вперед. Пойдем сюда. Спускаться пока неохота. Так, и судя по звукам, эта тварь где-то рядом. Да, вот она, вот она. Как же, блин, ты мне не нравишься. Так, что это у нас за... Вентиль давления контролирует поток газа. А-а-а! Так, я смотрю, она убрала свои щупальца, что ли, с дороги. Так, ну сейчас разберемся. Этот вентиль управляет током газа. Сюда нам, видимо, нужно что-то найти, присобачить. Так, вы знаете, я не хочу к этой твари идти. Давайте проверим, что у нас там внизу, потом, если что, пойдем сюда. Больно уж она недружелюбная, чтобы к ней ходить просто так. Дверь заперта. А, ну конечно. Не поддается. Так, что-то у меня в глазах двоится, начинает. Хотя вроде со здоровьем все в порядке. Интересно, с чем это связано. Закрывай. Так, видимо, теперь мне надо убрать газ и по-быстрому пробежать. Пока она не засунула снова свои щупальца в этот проход. Ух, какая гадость. О, о! А это та мразь, которая меня кусала постоянно. Нет, мразь. Она сдохла, похоже. Хорошо. Тебе, смотрю, тоже нелегко приходится, да, после моих с тобой упражнений, скотина. Так, еще вентиль. Ну и какого хрена? Мы что, в тупик попали? Не поддается. А, вон еще дверь. Так, ладно. Прикроем дверь. Я надеюсь, ты не погонишься за мной. Так, погодите-ка, а вниз я попаду прямо к той, по-моему, к тому щупальцу, дверь да? Дверь заперта. Опять заперта. Что ж, ваши все двери заперты-то? Так, и что мне это дает, что я сюда спрыгиваю? Блин, опять сейчас спрыгну и опять поврежу себе что-нибудь. Давайте лучше аккуратно вот так вот. Потихоньку. Тише едешь, дальше будешь. Хорошо. Так, ну и что? Вроде пока никого не видать. Кругом куча золота. Так, ну и давайте посмотрим, куда это все ведет. Это у нас дорога куда-то непонятно, какая-то новая. Ой, нет, сюда я не хочу. Закрой дверь, блях. Сюда я совсем не хочу пока. Пусть и мертвые, но оно не вызывает у меня никакого желания. Дверь заперта. Рассмотреть ее поближе. Так, а сейчас мы, по-моему, к лестнице пойдем, да? Ага, ну понятно. Так, а что же у нас за дорога наверх тогда? Здесь у нас какое-то бесполезное помещение, в котором ничего нет. Это прискорбно. Это печально. Так, ну, остается один путь к этому щупальцу. Как бы мне не хотелось обойти его. Да, я тоже убоюсь, Джек. Я думаю, не стоит мне наступать. А-а-а! Что за херня там творится?
Вот твою мать! Ну за... хорошо-то как, а? Как хорошо. И что мне тут делать? Блин, а у меня так давно запись была. Наверху. Бляха-муха, я все просрал. Наверное, надо было вперед бежать, но там впереди тоже ничего хорошего. Да иди ты в жопу, отпусти меня, скотина. Так, тихо, ребята. Давайте-ка я подлечусь. Я вообще просто... просто в шоке. Так, мне надо успеть, похоже. Охереть! 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 Я не хочу сюда возвращаться. Блин, тут может что-нибудь важное было. Зачем я вообще так рисковал жизнью? Да нет там ничего. Ёкарный бабай, куда я попал, а? Зачем я сюда пошел? Зачем я послушал этого гувера? Сейчас еще и взорвут все таки ебень. Так, вот ключ у нас. И аптечка. Аптечка — это хорошо. Ну, ключ — это хорошо. Это я понимаю, для чего нужен. Ему он больше не понадобится. Are you okay? Да, братюня у нас. Не очень хорошо себя чувствует, видимо. Ладно, пора уходить отсюда, а то у нас Джек уже сейчас опять у него крыша поедет. Дверь заперта. Да я знаю, открывай. Дверь заперта. Да открывай ее. Понятно, я понял, куда это ведет. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас куча бабла. Но так как бабло нам не нужно, у нас Джек Уолтерс такой альтруист, делает все за бесплатно. Сейчас нам, видимо, надо вот сюда и покрутить эти вентили. Или не сюда, а вон туда. Куда-то, короче, в эту сторону. Куда-то, куда-то... Нет, погодите. Блин, что-то я запутался. Куда-то сюда, короче говоря. Видимо, в эту все-таки сторону. Блин, я не подписывался на такое. Какого хрена? Так, ну давайте-ка мы применим вентиль. Ой, ключ к этому вентилю. Хорошо. Что это за газ такой, интересно, вообще? По-моему, это скорее пар, потому что пар обычно ошпаривает, и... Хотя газы тоже разные бывают. Так, теперь мне надо закрутить этот и пробежать там, пока оно не очухалось. И сейчас я тебя по новой захерачу, скотина. Тихо, тихо, тихо. Вот тебя-то мне не надо. Так, ты третий. Блин, хоть сохранение где-нибудь было бы, потому что я сейчас умру, если я опять около лифта окажусь. Мне надо будет все по новой начинать. То, блин, на каждом углу раскидано, то... Так, и что мне это дало-то? Не знаю, может он какой-нибудь воспламеняющийся, этот газ, и... Просто, когда бомба взорвется, усилит эффект. Я не знаю. Не понимаю. Что мне это дало? Может, него выстрелить надо, и тогда он воспламенится. Хрен там. Так, ну что стало-то? Тебе дышать, может, нечем? Твою дивизию.
Так, теперь надо понять, что мне это дало. Может быть, теперь в начале где-то, где там двери были закрыты, она отползла от какой-нибудь из дверей. Потому что других идей у меня, честно говоря, нет. Ага, хрен там. Прошел, как же. У нас один такой прошел. Мне, видимо, сейчас придется по новой прыгать мимо этой твари, что ли, я не знаю. Я не смогу повернуть вентиль голыми руками. Да я знаю, мы уже повернули. Так, а что-нибудь в инвентаре есть еще полезное? Куча патронов для Томпсона, но, в принципе, больше ничего. Ой-вей, что делать дальше? Что делать дальше? Так, ну эта дверь, я понимаю, куда ведет. Скотина. Неохота мне туда идти. И может теперь это как-нибудь откроется? Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Блин, мне бы сохранение хотя бы перед тем, как я буду прыгать по новой с этой тварью. Может отсюда как-нибудь можно вернуться назад? Блин, вот перелез бы, вот я бы перелез, вот в легкую совершенно, я не знаю. Что за урод этот Джек Уолтерс? Он меня разочаровывает с каждым разом все больше и больше. Придется по новой через эту хрень прыгать. Давай. Оп. Да харе ты, ёп. Давай, раз. Два. И все. Все, валим, валим, валим. Блин, вот, вот сейчас бы газа какого-нибудь сюда захерачить, вернее, что-нибудь искру какую-нибудь. Но из пистолета, понятное дело, не смогу. Разработчики такую возможность не предусмотрели. Позор им, позор. Братюня все лежит. Я чувствую, так и будет он тут лежать, пока этот секретный склад не взорвется к чертовой матери. Так, ну и давайте попробуем вернуться назад и открыть какую-нибудь из тех четырех дверей. Потому что у меня других идей, честно говоря, нет. Так, давайте по порядку. Против часовой стрелки пойдем. Ну, я бы не это. Ладно. Блин, я же видел, что там все вот в этой херовине. И все равно полез. Так, но здесь я предчувствую тоже, меня ждет облом, просто потому что кнопки нет. Так, что-то дышит так тяжело. У тебя, конечно, ранение небольшое. Так, чем оно лечится у нас? Бинтом. Ну ладно, бинтов у нас полно. Давайте попробуем сюда. Опа! Предупреждать надо, какого хера произошло? Блин, опять смотри-ка. Братюнь, лечись давай. Но, по крайней мере, я знаю, куда теперь идти. И мне бы не помешало сохранение. Так, это что тут у нас так сдетонировало? А, погодите, я, по-моему, знаю, что нас сдетонировало. Это мы же вот тут вот пропрыгивали. Эта тварь, которая тут была, ее просто размазала к чертям. Это хорошо. Так, теперь надо понять... И все завалило. Но мне, видимо, сюда, что ли? Или нет? Что-то он не хочет прыгать. Не знаю, честно говоря, что мне это дало.
все завалено. Ну, давайте пойдем, куда пускают. Потому что большую часть дверей, насколько я вижу, не пускают. Так что, видимо, мне сюда. Блин, как тут темно. А погодите-ка. Блин, это же то место, где я в первый раз дрался с этой тварью. Я тут за ящиком прятался, а потом вот туда побежал. Насколько я мог бы срезать все это, если бы, блин, Джек Уолтерс был умнее и прострелил бы из Томпсона это стекло? Хотя, может, он просто не мог его прострелить. Но, тем не менее, выход был совсем близко, а вон какой круг пришлось делать. Ой. Похоже, оно не живое. Хотя выглядит его очень натурально. Это, видимо, Ктулху сам и есть, я не знаю. Вживую я его ни разу не видел, слава богу. И не увижу. Потому что персонаж вымышленный. Это радует, это радует. Так, мы попали в какое-то совершенно другое по стилю помещение. Больше похоже на какую-то египетскую гробницу. Но одновременно не очень похоже именно из этих всяких статуй. Так, и что мне... Опа. О! Опять дурка, ну что ж такое? Ненавижу, когда они так делают. Так, ну, по стандартной своей тактике идем в дальний угол, забиваемся и плачем, как девочка. Вот тут буду сидеть и все. Ничего знать не хочу. Какой ты, сука, жуткий, а? Вот ты, наверное, и есть Ктулху. Или Дагон-Дагон. Как тебя там? Так, ну и что? Если смотреть на статую, то начинает болеть голова. Давайте-то не будем смотреть на статую. Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. И что мне делать? Судя по этой полосе, мне его куда-то двигать надо, что ли? Да, действительно. Давайте подвинем к статуе. Давай, давай, братюнь. Все похоже. Так, и чё? Когти голыми руками не раздвинешь. Да я понял, может на тебе ключ применить? Хрен там. Ну блин, ключом-то уж раздвинешь, я думаю. Чё? Какого хера, блин? Что происходит, блядь? Меня сейчас на пару с Джеком Уолтерсом можно будет в дурку отправлять. О, ключ. Интересно. О, так. Ну-ка. Я, кажется, понял, что от меня хотят. Надеюсь, этим я не активирую какой-нибудь некрономикон. Так, ну-ка, давайте-ка проверим. Чё творится, блядь?